Сегодня утром примерно в 9 у нас на аллее начали устанавливать новые ограждения. То есть практически от середины аллеи, вот здесь площадка детская, вот такие ограждения. Объясняю это тем, что сегодня работает новый подрядчик, у него новый ордер. И несмотря на запрет возводить ограждения, которые им вчера вынесли, они его ставить будут, потому что в этот раз под запрет они не подпадают. Вот такой вот длины, значит, это ограждение. Хочу пояснить, как житель района, то, что у нас здесь люди гуляют с собаками. Ну вот как предпочтительно использовать аллею? Пешком у нас прогуливаются мамы, дети на велосипедах, а вот эта часть, она для собачников, можно сказать. И, в общем, нам эту территорию отрезали, абсолютно никого не спросив, не предупредив, просто в 9 утра вот так втихую начали устанавливать забор. Жители предупреждать они вообще смысла не видят. Вот, можете убедиться, что здесь действительно гуляют. Нам сказали, что просите управу сделать вам собачью площадку. Собачья площадка у нас была на территории вот нынешней стройки, то есть ее у нас нет. Вот, здесь у нас собрались жители. Приехала полиция. Забор этот лежит, так как все-таки не подтверждена его законность. И сейчас полиция разбирается. Самое страшное, то, что вот такими большими кусками они почти каждый день откусывают что-то от аллеи. Каждый день сюда вызываются наряды полиции. Вот лежат ограждения, которые они положили вчера. Вернее, они поставили это ограждение. Мы не знаем, что с ним произошло ночью, но утром мы увидели вот такое. И до сих пор никто это в порядок не привел. Вот в таких условиях мы здесь находимся. Можем, конечно, прогуляться дальше. Там у нас работает экскаватор. А вот идет бригадир сегодняшней новой подрядной организации, которую мы, собственно, каждый день видим этого человека. И одних и тех же работников мы тоже видим каждый день. В общем, вот краткий отчет того, что сегодня у нас происходит. Спасибо за внимание к нашей проблеме.